Сначала были другие. Потом было заклятие. 30 апреля наступает дом в конце времени. Во имя Господа, я должен поговорить с этой женщиной. Ты знаешь, этой женщине нужна помощь. Она сходит с ума. Она говорит, что видит мертвых. Я знаю, что все свои грехи вы совершили здесь, в этом доме. Но я отказываюсь верить, что мать, которая видела улыбки своих детей, была способна лишить их жизни. Что это? Волшебный камень. Для чего он? Когда тебе будет страшно, сожми его крепче, и я приду, чтобы защитить тебя. На оружии были ваши отпечатки пальцев. Пролилась кровь ребенка. Кто это сделал, Дульси? Это был дом. Вы видели его лицо? Я ничего не видела. Мамочка, я видел ее. Она говорила со мной. Может, ты расскажешь, что тут происходит? Скажи мне! Это место проклято! В загадочном доме женщина убила семью. Семья исчезла. Кровь Христа! Кровь Христа, защити меня! Убирайся из моего дома! Нет! Нет! Дом в конце времени. Не бойся, иди сюда. Я позабочусь о тебе.